Так, сумка Bauer 36 дюймов и самой плотной ткани 1680 ден. Размер ее 90 на 40, вот глубина ее 40 и высота тоже 40, вот здесь до канта. Но вот как она загружена, почти 45 сантиметров. Один большой карман, поместятся коньки. Такой под силуэт двойного конька, да? Встречные бегунки, плотная ткань, 1680 ден, вот она такая лощеная, то есть пыль, грязь протерли, не держится на ней, следов не остается. Имеет такой небольшой здоровый блеск, скажем. 1680 ден, да, это плотная, самая плотная ткань для хоккейных сумок. Выдвижная стальная ручка, лямки. Тоже двойные бегунки, такой один замок, одна молния по вдоль всей сумки. Ручка стальная, выдвижная, получается с защемлением вставили, она там внутри удерживается, вытащили, опять то же самое удерживается. Здесь опоры, если бросили на землю, то... Понятное дело, плюс полозья, три полозья у сумки. Колеса тракторные, имеют протектор такой. Защита под брюшье. Колеса, защита и уголочка. Такая вот сумка для экипировки взрослого полевого игрока. Здесь получается ручка из тесьмы, из стропы дублирующая. Вот. Их две, то есть взяли двумя руками, да? Подняли там, допустим, в багажник поставили. Такой баул Bauer для взрослого полевого хоккейщика. Мой WhatsApp 950 218 70 42.